В общем, у нас проблемы с сексом. Мы извращенцы. Вы конкретно что делаете? Вы делаете друг другу больно? Не совсем. Мы делаем больно другим. Потом трахаемся. А сколько больно? Максимально. Сейчас все стало гораздо лучше, чем было. Все стало еще хуже, чем было. Он вам изменил? И она умерла? Я надеюсь, эти два события, они никак не связаны между собой. Роман Андреевич из Следственного комитета. Вы останетесь на свободе, но при одном условии. Вы продолжите убивать, а я продолжу свои расследования. Шоу продолжается. Больше никаких убийств. Хочу жить дальше. Хочу новую жизнь. Он мне почти не муж. А я почти не жена. Заткнуться и терпеть. Если ты так страдаешь, сделай что-нибудь. Что-нибудь небанальное. Я изменила чудесному парню со своим мужем, которого ненавижу и люблю. Ты что-то не договариваешь. Полин, выходи за меня замуж. И на всякий случай я тебе скажу, вариант ответа у тебя только один. Ты правда его любишь? Чтобы ее вернуть, я готов вообще на все. Ух ты! Какой поворот!